Ей всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, и сегодня мы исследуем дом в лесу. Если пейте, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем исследовать дом. Кто вообще знает, откуда этот дом? Это дом с части FNAF 4. Все очень классно сделано, даже красное по бокам, все по канону FNAF-а. Так, сейчас мы обойдем по кругу и, наверное, пойдем вовнутрь. Так, окон на первом этаже очень мало. Так, мне уже показалось, что там кто-то был внутри. Наверное, это всего лишь показалось. Так, так, так. Мишка у нас тут стоит. Все отлично, никого нету. Ау, есть кто живой? Вообще тишина. Так, я помню, тут шкафчик. Должны были выбегать оттуда аниматроники. Так, здесь все четко. Классная карта. Но почему здесь в лесу находится дом и вообще никто не живет? Кстати, хотя чисто, убрано все. Музычка атмосферная очень играет. Давайте дверь закроем, то холодно. По ногам тянет. Опа! Подождите, подождите. Этот Мишка был вот здесь вот. Напишите в комментариях, мне кажется, он точно здесь был. Я даже на него специально посмотрел, нажимал на него Е. Ну, получилось, что он здесь. Уже очень подозрительно. Мне это нравится. Начинается у нас хоррор. Так. Стул здоровенный. Как в хоррорах, знаете? Длинный коридор, а в конце стул. И на нем сидит ведьма из Блэр. Здесь стул, все четенько. Офигенный дом. Давайте в окно посмотрим. Никого нету. Фотография людей, которые тут живут. Но где они все? Почему никого нету? Так. Двери работают здесь вообще? Не закрываются. Шкаф. Отлично все. Почему никого нету? Вы видели? Мне показалось, что-то здесь промелькнуло, такое черное. Так, подождите, здесь что-то творится неладное. Ванная. Было бы классно, если бы тут все в крови было. Вот это вообще было бы страшно. Но все чисто, никого нету. Так. Давайте Е понажмем. Может, что-то тут надо какую-то пасхалочку найти? О! Тихо, 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 тихо. Я опять появился в том же месте, откуда начал. Ага, получается, по сюжетке FNAF 4 мы спим. И для того, чтобы мне проснуться, что обычно надо делать во всех фильмах? Ужасов. Правильно, лечь спать. Поэтому мы идем на второй этаж и ложимся спать. Так, только надо сделать тихонько, потому что здесь, чувствую, жесткие аниматроники проснулись. На телевизоре разбитый экран. Кто-то, видимо, башкой лупанулся. Так, я буду тихонько идти на корточках, чтобы не поднимать шум. Да, кошмарная чика пришла в мой сон. Fucking shit! Закрывай двери! Попытка номер 3. Погнали. Через окна не попасть. Стекла не разбиваются. Давайте проверим, бьются стекла или нет. Ой, какие они грязные, куча пыли. Опять дверь закрыли. Да хватит, хорош двери закрывать. Получается, когда я умираю, все перезагружается. Так, бешеный Фокси бегает. Выключим свет. Давайте тихонечко все-таки попадем наверх. Так, никого нету. Блин, мне кажется, кто-то внизу топает. Плюштра, привет! Как дела у тебя? Так, 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 так. Давайте вернемся назад. А есть какие-то другие ступеньки, чтобы наверх зайти? А ну-ка. Так, здесь я лечь спать не могу. Очень странно. Что за сон кошмарный мне снится здесь? Тоже спать не могу лечь. Ничего не могу сделать. Опа, он уже тут.
Надо быстрее бежать наверх, просто бежать резко наверх. Давай, 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 быстрее, быстрее. Я смогу. Блин, я запутался. Дом путает меня. Эй! Да туда и прожить, я сейчас опять рестартнусь. Попытка номер 4. Классный получается у нас сериал. Ребята, ставим 3000 лайков, и мы записываем третью часть «Аниматроники все знают». Поддержите лайкосиком, классным комментарием. Сделаем активность, покажите, что этот сериал вам очень нравится. А вот аниматроникам он не нравится, так он пошел наверх. Они специально охраняют ту кровать, чтобы я не проснулся. Вот это, представьте, оказаться в таком кошмаре, с которого нет выхода. Это очень жестко. Так, заранее открывая все двери, чтобы на следующий раз я смог быстро пробежать. Получается, мне надо убежать от него, запутать по ступенькам и резко забежать наверх и лечь спать. Надеюсь, у меня получится. Там, блин. Ну что ты, блин? Попытка номер 5. Видите, он в окне уже бегает. Идет ко входу. Так, хорошо. Что же против тебя предпринять? У меня уже истерический смех. Ты опять двери закрыл? Да хорош. Двери закрывать, аниматроники. Я быстрее наверх бегу. Попытка номер 6. Ребята, напишите в комментариях, с какой попытки я смогу лечь спать на этой карте. Опять двери закрыл. Ты знаете, день сурка, замкнутый круг, когда все повторяется, все заново и заново. Но аниматроники разные меня убивают, что же делать? Да ну хорош! Я не захожу в дом. Он стоит так, посмотрел и зашел назад. Так, значит, они выходят на улицу, мы как-то можем в это время забежать наверх. Да ну блин. Я выбегаю сразу, я боюсь очень его. Так, что он делает? Просто стоит? Да ну хватит, Лефти, ты же добрый. Я быстрее бегу наверх. Давайте запрячемся в шкафу, посмотрим, что аниматроники будут делать. Слышите? Они в доме. Они все активировались и ищут меня. Да ну. Фух. Уходит. Проверяет кровать. Возвращается. Главное не смотреть в глаза. Пошел. Вернулся. Ушел. Лег, встал. Что происходит? Что за аниматроник? Пошел. Они реально хотят меня убить. Убежал. Так, сейчас я выбираюсь. Почему двери эти не закрываются, вонючие? Так. Залазим в шкаф. Так, они меня в шкафу не видят, потому что здесь очень темно. Пошел. Эх. Ай, блин, увидел меня, наклонился и все-таки присмотрелся. Попытка номер 7. Я уже сбился с счету, напишите в комментах, правильно я считаю? Может, что-то не так делаю? Эх, блин, я аж дернулся, ну нафиг, сердце вылетает из пяток. Попытка какая-то там. Так. Бежим. Эх. Перепрыгиваем. И бежим. Быстрее. Ура. Я проснулся. Я в своей квартире. Класс. Ребята, если вам понравилась эта рубрика и вы хотите еще, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте руку ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и посмотрите мои ролики еще.